очень символично, что идея создания ЦК «Атомпрофсоюза» родилась в самом молодом городе атомщиков Украины – Славутичи. Именно здесь, в сентябре 1991 года, собрались представители профсоюзных организаций пяти атомных станций. Именно здесь они обсуждали, как скоординировать свои действия, чтобы работать дальше. Именно это и послужило прообразом создания ЦК «Атомпрофсоюза». На самом деле, в 91-м году, где-то в середине сентября, в начале сентября, в Славутич приехали председатели профсоюзных комитетов атомных станций, у нас 5 атомных станций, и зампредседателя профсоюзного комитета 30-километровой зоны Бажен. Вот. И, в принципе, мы не думали, когда собирались, о создании какого-то профсоюза. Ведь это же был Советский Союз, да. Это была держава, государственность. И разговор только шел о координации действий профсоюза, украинских профсоюзных организаций в рамках действительно Украины. А из того съезда вспоминается в первую очередь, с моей точки зрения, это я так оцениваю, хорошая подготовительная работа Юркина. Она заключалась в следующем. Не в том, что он нас встретил хорошо, а в том, что на нашей встрече был... Тогда он, по-моему, был еще председателем концерна «Умнец», который Михаил Пантелеевич. Он с нами очень много времени провел. Он с нами был согласен в том, что нужна отраслевая профсоюзная организация. И очень большое внимание уделил и помог Юркину. Вот это я считаю важным. То есть не просто встреча, вот мы собрались, там пять человек что-то решали, а то, что на свою сторону, будем так говорить, ну, притянули, или другое слово, руководителя... достаточно солидного по украинским меркам объединения. Совершенно не было сомнения в том, что такой профсоюз будет существовать. Совершенно не было каких-то сомнений в том, что этот профсоюз займет достаточно ведущее место среди профессиональных союзов Украины. Вот. Но, тем не менее, задачи, которые ставились тогда, они были направлены на то, чтобы профсоюз не ограничивался работой только по защите прав трудящихся. У нас все було вже готове, крім одного, що ми не зуміли переконати старих середмашевців, тобто промисловість. Атомна енергетика була готова до створення профспілки, а от нині всій Україні відомі профспілкові лідери, і не тільки вже профспілкові, і заступники директорів є в промисловості, вони, чесно кажучи, ну я можу виразитись таким чином, боялись. Подсознательно, то было так сказано. А если вы проиграете? Это молодость, и потом это очень интересная и для многих людей неизвестная история. Нас делегировали сюда для чего? Для конкретного решения. Да, чтобы мы определились, быть этому профсоюзу или не быть. Мы делаем правильно, хотя из этого профсоюза. Как на духу. Отец русский, мать украинка, вырос и родился и вырос в России, в Ростовской области, на Чернобыльскую атомную, приехал молодым специалистом в 1975 году, и вот с 1975 года по настоящее время на Чернобыльской атомной все время.
Вначале в состав нового профсоюза вошли 13 первичных профсоюзных организаций, которые объединяли 53 тысячи человек. Но с каждым годом рос авторитет атомпрофсоюза. Нарабатывались нормативные документы, формировался стиль и методы работы. И уже вскоре он стал не только профсоюзом атомщиков. В него вошли шахтеры, химики, строители, медики, неработающие пенсионеры. И ныне атомпрофсоюз объединяет более 200 первичных профсоюзных организаций. Из Министерства топлива и энергетики, Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета ядерного регулирования и других организаций. Если на первом этапе образования атомпрофсоюза условия были достаточно благоприятные, то начиная с 1997 года наступило время больших испытаний. Катастрофически стала возрастать задолженность по заработной плате. Я считаю, что этот период, во-первых, был испытанием нашего отраслевого профсоюза на прочность, во-первых, на возможность вот работать вот в таких экстремальных ситуациях и, анализируя эти ситуации, принимать, ну, будем говорить, может, не единственно правильное, но направление деятельности и стратегию отрабатывать оптимальную. Это позволило, вот, будем говорить, в течение практически 2 лет без каких-то уклонений оттаптывать вот эту стратегию и пройти, во-первых, несколько правительств. Это тоже своеобразный этап, потому что приход каждого руководителя это заново. Это не практически заново, но приходилось находить новые подходы, новые, как говорится, интересы общие, строить программу вот эту социального партнерства на понимании, на доверии, на обязательность выполнения каких-то определенных взаимных обязательств. Произошла и внутренняя переоценка. Вот появилась какая-то уверенность в том, что действия, вот коллективные действия при поддержке вот членских организаций, членов профсоюза вот большого, потому что в этом блоке было задействовано порядка 1050 членов профсоюза, а то и более. Они были верными и понятными и поддержанными снизу. Вот это самое главное. На роботі думають не тільки про роботу, а думають, як віддати борги, як купити хліб, як дітям купити щось до школи. І в цей час він виконує свої обов'язки. Тут обов'язково будуть помилки. І як цього не розуміють наші шановні керівники, мені це прямо дико слухати. Ми не отримуємо оба заробітні плати. Як нам прожити? Если у нас оклад с высшим образованием 110 гривен, с которых высчитывают за то общежитие, в котором мы живем много лет, нам не за что прожить. Что нам дальше делать? В этих сложных условиях правительство и ЦК Атомпрофсоюза подписывают протокол договоренности, по которому исполнительная власть гарантирует поэтапную выплату задолженности по заработной плате. Но время показало, что обещания не были выполнены. Ситуация ухудшалась. Менялись вице-премьеры, эмоции выплескивались через край. А ЦК Атомпрофсоюза продолжала искать решение проблемы мирным путем. Когда пресса мне задает сегодня вопрос, а не боится ли профсоюз, что вот эта ситуация, которой он как-то руководит и поддерживает, приведет к неуправляемой ситуации, к снижению безопасности, так я ему отвечаю, только ради того, чтобы повысить безопасность, мы проводим эти акции. Предлагаю вам всем и призываю вас всех, тех, кто будет в этих палаточных городках, тех, кто будет поддерживать этих людей, к одному. Мы должны вместе пройти этот нелегкий путь, не сойти с дистанции. Мы должны до конца в этой второй нашей попытке, первая у нас была, в этой нашей второй попытке добиться полного выполнения требований профсоюза. Во второй акции протеста только в митингах принял участие более 14 тысяч человек. Во всех городах-спутниках атомных станций возникают палаточные городки, где дежурят около 2000 атомщиков, настроение которых становится все более решительным. Yeah!
Практически все средства массовой информации помогают привлечь внимание населения Украины к проблемам атомной отрасли. До вільний від роботи час атомники демонструють свою непокору. За цей час, на думку профспілкових лідерів, їм вдалося дечого домогтися. Указ президента по єдиному счету – це і постановлення комбіна по НДС, і по зазнанню государственної комісії спеціальної. Олександр Юркін заявив, що профсоюзи енергетиків не підтримують предложення о началі голодовок і блокуванні путей сообщення. Стали масовими скарги на стан здоров'я. Голова профспілки рівненських атомників Олег Натюк сказав, цитую, «За 2-3 дні на блоках нікому буде працювати. І їх доведеться зупинити. Доки атомники чекають від Конституційного суду відповіді, мають вони право на страйк чи ні, сьогодні їхні лідери зустрілися з президентом Кучмою. Про заборговані гроші не говорили. Йшлося про механізми налагодження розрахунків за спожиту електроенергію. Чому саме струм, вироблений на атомних станціях, оплачується найгірше, завтра з'ясовуватимуть на засіданні Кабінету міністрів. Обща сума задовженості по зарплаті атомщикам уже достигла 130 мільйонів гривень. Що ми доведені всі до межі, після якої, якщо не зупинити емоції, не підключити взаємовивірені, довірені і, власне кажучи, професійні рішення, нас чекала велика трагедія. І повірте, декілька днів вже в своєму прем'єрському житті я буду пам'ятати все своє життя. 2 дні мені урок дали енергетика. Щодо будь-якого реформування в паливно-енергетичному комплексі, що вилучало кошти з тіньової сфери, був шалений супротив всіх структур, які працювали на цих енергетичних коштах. І навіть не було до кого звернутися. Навіть міністри, які вели ці ланки в уряді, були проти того, щоб кошти сконцентрувати і віддати виробникам. Я дуже добре пам'ятаю, на кого я спиралася в той час. Це саме були профспілки. І навіть не всі профспілки, а профспілки персоналу атомних електростанцій. Что ж, получить столь высокие оценки из уст вице-премьера и премьер-министра страны за действия Атомпрофсоюза в непростых, эмоциональных и финансово сложных условиях дорогого стоит. Нам удается вести переговоры на самом разном уровне и с правительством, и в отличие от других профсоюзов, нам удается встречаться и с президентом, и нужно сказать, что есть понимание со стороны и главы государства, и взаимоотношения с правительством, независимо от того, что меняются руководители у правительства. Это, наверное, говорит об уровне и квалификации самих профсоюзных работников, поэтому вот вы задавали изначально вопрос по членам президиума, сложно или не сложно. Вы знаете, с одной стороны, и сложно, потому что действительно каждая личность, а с другой стороны и просто, потому что они все понимают, что нужно делать, как нужно делать, и естественно, когда эти личности все вместе в одной команде, эти команде проще работать, и она в большей степени нацелены на результат. Сама отрасль такая изначально, что для того, чтобы выйти на уровень председателя профсоюзного комитета на предприятии, там просто так, наверное, люди кого-то не выберут, потому что у нас в отрасли-то и уровень образования людей, и уровень подготовки, наверное, значительный, поэтому, я думаю, по-другому здесь и быть не может. Все в нашей жизни познается в сравнении. Профсоюзы были и раньше, но чем отличаются современные профсоюзы, в частности, Атомпрофсоюз от тех старых. А то, что было, то, что профсоюзы были зашорены, что они были фактически не самостоятельными во многих вопросах, в том числе и в вопросах решения заработной платы, в вопросах трудоустройства. Когда мы начинали это новое профсоюзное движение, так его называют, на Украине, мы в первую очередь кинулись в несколько областей. А это не только, как вот народ привык думать, путевки или материальная помощь. Это не основная, это внешняя, видимая сторона работы. Первое – это обеспечение нормальных условий на рабочих местах, раз. Это финансово-экономическая работа профсоюза, как это ни странно. Вот я лично занимался и финансово-экономической деятельностью, и заработной платой, в том числе на станции, и не только на станции. Благодаря нашему вот созданному ЦК, мне удалось вместе с работниками центрального аппарата нашего ЦК, выиграть спор, тяжбу. Первое, у Центральной избирательной комиссии Украины, раз, они нам запретили выдвигать своих кандидатов на выборы в местные органы и в Верховный Совет. Второе, у налоговой инспекции, что весьма интересно, за 6 месяцев я выиграл спор, еще раз подчеркиваю, с помощью аппарата ЦК,
по возврату работникам станции, очень многим, большому количеству, более половины, ну, примерно по тем, если на эти деньги приводить, каждый получил где-то в районе 1500-2000 гривен дополнительно. А это разве не показатель? Это, конечно, не всегда бывает. Ну, и много рода такого же рода примеров. Профсоюз начал работать не просто как профсоюз, может, эта функция немножко и не характерная для профсоюза, это работа, совместная работа с ветвями власти, всеми исполнительными, законодательными, и в плане создания правового поля, вот, и энергетического, так грубо можно говорить, потому что это и принятие закона или поправок в закон по электроэнергетике, это и вот с усилиями профсоюза в какой-то мере облегчена ситуация по закрытию Чернобыльской атомной станции, это программа социальной защиты, это и вот те моменты, которые подрегулировали, сумели мы совместно и с профильным комитетом, с кабинетом министров отрегулировать вот по высвобождаемой категории работников, это доплаты пенсионеров, ну и много-много других моментов. Надо сказать, что за последний период Атомпрофсоюз добился определенных успехов по сравнению с другими отраслевыми профсоюзами Украины. Усилиями профсоюза впервые среди всех отраслей была погашена задолженность по заработной плате. Атомпрофсоюз – единственный профсоюз, которым является учредителем страховой компании. Настойчивая позиция профсоюза позволила сохранить в единственной отрасли на Украине ведомственную медицину. Я ЦК профсоюза атомной энергетики и промышленности выражаю слова благодарности за то, что они в это сложное время сумели сохранить, вернее, возвратить свою стезю ведомственное здравоохранение. Мы были ведомственной медициной в бытность Советского Союза, затем нас передали в подчиненность Министерству здравоохранения Украины. Там мы дошли до того состояния, с которого мы до сегодняшнего дня еще пытаемся как-то реабилитироваться. Но вывели нас оттуда, понимая, что за этим идет полностью распад как такового здравоохранения. Это ЦК профсоюзов. Они взялись, благодаря их политической воле, благодаря их упорству, нас возвратили ведомственные. Мы являемся, нас, вы задали вопрос, единственным, нет, нас 9 медико-санитарных частей и 8 санитарно-эпидемиологических станций, которые 400-тысячный примерно коллектив охватывает своим медицинским обеспечением. Мы сохранили еще материально-техническую базу, отчасти кадровый потенциал. Единственное, что в отличие от ЦК профсоюзов, у руководства отрасли нет того понимания значимости вот этой социального аспекта, который закрывает собой ведомственная медицина. Если бы они больше уделяли внимания, то это обязательно бы сказалось и на самой атмосфере, на том, скажем, климате политическом, социальном, который бытует в этих наших городах. Для оздоровления и реабилитации работников отрасли и их детей Атомпрофсоюз имеет и свои санаторно-курортные учреждения. И, кстати, в отличие от других профсоюзов, оформленные законодательно в их собственности. Заряжает здоровьем большим меня это горный, только горный. Хорошо знают Атомпрофсоюз и в международном профсоюзном движении. Во многом благодаря этому ему удалось добиться рассмотрения вопроса о социальной защите работников Чернобыльской атомной станции на заседании стран Большой Семерки при своем непосредственном участии. И еще. Атомпрофсоюз – один из немногих, который имеет свою профсоюзную газету. Общий тираж еженедельного издания «Атомщик Украины» за последнее время вырос в 2 раза и превышает 6 тысяч экземпляров. А значительно расширилась и география публикаций. Небольшой творческий коллектив редакции создает и видеофильмы. «Русспілка Атомэнергопрома» – це не одна з, а самопотужна в Україні. Чому?
Та тому що тут люди працюють, які, я перед тим вам сказав, які знають, що таке з нуля будувати. А раз з нуля будувати, нові думки приходять. Давайте новий розвиток, давайте, ага, колись був комсомол, молоддю займався. Зараз профспілка придумала, давайте так, щоб молодь нас десь не ходила там, марихуану курила чи ще щось там. Давайте будемо займатися їм, устраювати танці чи там ще якісь вечора, чи ще там інший досуг, щоб були зайняті. А хто придумав ще з профспілок, крім атомщиків? Ніхто більше цього не придумав. С молодежью. Организация, которая не думает о повышении уровня и общеобразовательного, и профессионального, не имеет будущего. Исходя из этих вот простых двух тезисов, которые, в общем-то, известны и всем, мы и строили всю работу, связанную с созданием молодежной организации в отрасли. И я еще раз вам хочу сказать, что вы нам нужны, наши организации, как воздух, потому что те планы, те действия, которые приняты нашим профсоюзом с момента его создания до сегодняшнего дня, а это 7,5 лет нашей деятельности, нашего профсоюза, практически многое уже воплощено. Но кадры профсоюзные имеют свойство стареть. Кстати, о кадрах. А что думают члены Атомпрофсоюза о своем лидере? Это сегодня лидер. Если говорить о его запасу по здоровью, по возрасту, вот, то у него запас очень большой. И мне кажется, профсоюзу не надо ничего сегодня искать до тех пор, пока они не весь этот запас его не израсходуют. И тогда уж только говорить о том, что надо искать какого-то другого лидера. Хитер, умен, вот, умеет вести себя в разных ситуациях, так как того ситуация требует, так как того требует окружение в этой ситуации и так далее, и так далее. Короче говоря, ну, я бы не хотел никого обидеть, но подобных лидеров, вот из тех, которых я знаю здесь, в Киеве на сегодняшний день профсоюзных, я бы рядом никого не поставил. Ні, ну хвала Юркіну, Юркін молодець. Юркін то той чоловік, який то є дійсно профспілковий лідер. Молодець, Юркін. На заході є такий вираз. Не запаніти. Угу. Він не запанів? Він не запанів, але я би хотів йому побажати, щоб він не запанів. І надалі. І так, 10 лет уже пройдено. І оглядываясь назад, люди, которые стояли у істоків создания Атомпрофсоюза, все как один гордятся своим детищем. И чтобы все не осталось только в прошлом и в воспоминаниях, надо смотреть и идти вперед. И позиция членов президиума ЦК такова, что они не собираются останавливаться в развитии сегодня. Ведь завтра можно и отстать, а догонять придется с еще большими затратами. Сила Атомпрофсоюза в единстве, в силе первичек и центра.
Естественно, во всех этих успехах не последнее место отводится и достаточному финансированию. Сильный и независимый бедным быть не может. И потому дорогу осилит идущий. А что такое 10 лет? 10 лет – это только начало. На счастье, Юркін і ті, та команда, яка працює з ним, працювала і працює, я думаю, що і буде працювати далі. Якраз ті люди, які не заполітизовані, які не рвуться в політику, а роблять просто свою справу.